Скандал в Черновцах. Общественные активисты бойкотировали съезд национальных меньшинств. Устроили потасовку, обвинили организатора мероприятия в связях с сепаратистами и добились, чтобы полиция увезла его в наручниках. Все видела Ольга Поломарюк. Возле гостиницы «Буковина» сегодня было неспокойно. Активисты, ветераны АТО и волонтеры пришли на презентацию некой общественной организации «Защита прав нацменьшинств». Уверяет ее председатель Олега Хавича, знают давно. Политологу приписывает связь с сепаратистами. О, патриотизм его, а? Вишиванка на трусах. О, с днем вишиванки. Он часто пишет блоги, досить таки такого сепаратичного настрою. А, зокрема, в його висловах, якщо уважно подивитись, промоніторити інтернет, звучить питання щодо активного питання федералізації. Тому сьогодні представники різних громадських організацій, небайдужі буковинці, прийшли сказати своє слово, що на Буковині немає проблем з захисту нас меншин. Увидев Хавича, активісти бросаються к нему, визивають поліцію. Хавичу становиться плохо, просять визвати скору. Но вместо этого йому об'являють общественный арест. Хавича увозят в райотдел полиции. Зараз будет вестись расследование, и особи, которые занимаются этим расследованием, будут давать вам ответы на ваши вопросы. А вот приглашенные на презентацию представители румынской общины в недоумении. Дескать, хотели просто поговорить. Действия активистов осуждают. Если кто-то бы сказал что-то против Украины или против шляху Украины до Европы, тогда другое питання. А так... Мы еще не смогли разговаривать. По-перше, это отсутствие культуры. Где сейчас Хавич, пока неизвестно. Его телефон не отвечает, а в полиции ситуацию не комментирует. Активисты тем временем предполагают, никакого собрания сегодня не должно было быть. Акцию называют пиар-проектом. Но чем именно, мнения расходятся. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.